У каждого государства есть основные символы, которые как бы его характеризуют. Это, во-первых, флаг, во-вторых, герб, ну а в-третьих, звучащий символ, который мы называем гимн. Действительно, гимн – это звучащий символ единства государства. Любого государства, какое бы мы ни взяли в этом мире. Откуда же возник гимн? Во времена античности это были песни хвалебные или песни, которые пели героям. Позднее, в эпоху христианства, в Европе, гимны – это были духовные песнопения. В новую эпоху, в эпоху, как мы говорим, новой истории, гимн стал государственным песнопением. Возникло и появилось это тогда, когда появилось понятие гражданина, когда государство стало заботиться о каждой личности, и каждая личность стала проявлять себя в государстве. Первым гимном, который возник, был знаменитый английский гимн «Боже, храни короля», или, как говорили англичане, «God save the king». Этот гимн был написан англичанином Кэри, который написал одновременно и музыку, и текст. Многие европейские государства взяли за основу именно эту мелодию для своего собственного национального гимна. Гимн, как правило, отражал нацию в целом, отражал интересы всех людей и народов, которые жили или живут в каком-то государстве. Первым прообразом гимна в России стал виватный кант «Радуйся, Росска земли» или стихи «Похвальные России». Он был написан в самом начале 18 века, на заключение нештатского мира во время войны России со Швецией. Тогда это не был еще официальный государственный гимн. Никто еще не думал о том, что в такой громадной стране, как Россия, будет нечто подобное, такое песнопение, которое будет объединять всех людей. И сегодня, если только мы его услышим, мы сразу почувствуем мощь и красоту этого произведения. В самом деле, замечательный гимн. И забытый нами сегодня почти совсем. Радуйся, Росска, земле, радуйся, Росска, земле, ликуй, 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 и веселися, ликуй, 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 швету милися. Радуйся, Росска, земле, радуйся, Росска, земле, ликуй, 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 грады прияша, ликуй, 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 о людяше. Гораздо позднее, уже в эпоху Екатерины, появилось еще одно произведение, которое было написано композитором Козловским на текст Гаврила Державина. Тогда Россия вела жестокую и очень трудную войну с Турцией. Одна из побед в этой войне закончилась Кючук-Кайнарджийским мирным договором. И в этот самый момент было написано знаменитое песнопение «Гром победы, раздавайся». Да, иногда его еще называли по началу куплета, припева «Славься сим, Екатерина». Это был как бы военный марш. Одновременно это был знаменитый полонез, под который устраивали торжественные выходы или вечера. Величественная и мощная музыка этого гимна поразила современников, и очень многие офицеры, военные и штатские люди распевали его наизусть. И долгие годы он считался неофициальным государственным гимном. Слава, нежная родная мать, слава, нежная родная мать.
Уже тогда возникла идея создания в России настоящего официального государственного гимна. В десятые годы XIX века произошел как бы взрыв, как бы желание очень многих деятелей культуры создать национальный гимн. Одним из таких гимнов стал знаменитый «Коль славен наш Господь». Текст этого гимна принадлежит поэту Хераскову. Музыку написал выдающийся русский композитор Дмитрий Бортнянский. «Коль славен» — это не очень обычный гимн. Именно поэтому он, быть может, не стал государственным и не вошел в традицию гимнов России. Это, в первую очередь, духовный гимн, поэтому он исполняется в церквях, а иногда на духовных собраниях. Он был настолько широко распространен в это время, что даже некоторое время его играли куранты на Спасской башне Московского Кремля. Да, он считался государственным гимном, но опять все-таки неофициальным.
Итак, когда же возник официальный государственный гимн в России? Вопрос о создании официального гимна был поднят уже в конце 20-х годов. И опять решили не обойтись без известного мотива «Боже, храни короля». На этот мотив поэт Василий Андреевич Жуковский написал свой текст. Это был очень большой, длинный текст, состоящий из 6 строф. И начинался он со слов «Боже, царя храни». Этот гимн был очень интересен. Музыка его была проста. И многие начали его петь. Но почему-то он не стал популярен. Видимо, чего-то еще не хватало. В начале 30-х годов император Николай I делает заказ известному композитору, скрипачу, автору книги о древнерусском пении Александру Федоровичу Львову, чтобы тот создал новый гимн. В записках Львова мы читаем: «Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, годный для войска, для народа, от ученого до невежды. Все эти условия меня пугали, я ничего написать не мог. Однажды вечером, возвратясь домой поздно, я сел к столу, и в несколько минут гимн был написан». Да, именно тогда, в 1833 году, был создан гимн «Боже, царя храни» на те же самые начальные слова, которые уже существовали и были написаны Жуковским. Однако Жуковский к этому гимну написал совершенно другой текст. Начинался он с этих же строк «Боже, царя храни», но был гораздо короче первого, состоял всего из одной строфы. И именно этот гимн многие из нас помнят сегодня. Однако был и существует по сию пору еще один вариант национального гимна. Известно, что в том же 1833 году за работу над гимном России сел Михаил Иванович Глинка. Он тоже создал свой вариант. К сожалению, мы сейчас можем приблизительно датировать его работу, завершенную его работу, 1834 годом, то есть через год после того, как свой гимн создал Александр Федорович Львов. Глинка хотел
создать свой, более, по его мнению, мелодичный и более русский вариант гимна. И он написал его. Он только не написал текста. Но мелодия, которую он создал, существует и известна нам сегодня, потому что она звучит постоянно на концертах очень часто и записана на многие пластинки. Правда, слова уже написаны гораздо позднее, в наше время, в 40-е годы уже 20-го столетия. Когда-то этот гимн Москве исполнялся во время празднования 800-летия со дня основания Москвы в 1947 году. Быть может, это один из вариантов российского гимна сегодня. Ведь каждая республика имеет свой гимн, но такого гимна не имеет Россия. Здравствуй, славная столица, сердце Родины Москва, вся страна тобой гордится, городов родный глава, Русь великую сплотила. Вокруг твердынь Кремля, и окрепла наша сила, и прославила земля. Ты как воин отражала каждый вражеский набег, ты отчизну отстояла. Единственным официальным гимном, долгое время существовавшим в России, вплоть до 1917 года, оставался гимн «Боже, царя храни». Но поразительно, как начальные строки этого гимна не совпали с действительностью. Действительность оказалась совершенно другой. Ведь этот гимн сам Львов называл еще гимном молитвы. «Боже, царя храни». Это обращение было свойственно многим гимнам многих стран. Однако в России эти слова не спасли ни царя, ни весь тот период истории, о котором мы теперь только вспоминаем. Несколько покушений на Александра II и его убийство. Несколько покушений на Александра III. Несколько покушений на семью Николая II. Наконец, трагическая кончина всей семьи. С 1917 года появился новый гимн, который был одновременно и партийным, и государственным. Он известен нам под названием «Интернационал». Вдумаемся в некоторые слова этого гимна. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Да, действительно, это уже новая эпоха, и совсем другое время и миросозерцание. Другие цели и задачи жизни, и совсем другое отношение к этой жизни. Гимн «Интернационал» существовал долгие годы,
пока во время Великой Отечественной войны 1 января 1944 года впервые не прозвучал новый гимн «Союз нерушимый республик свободных». С этого времени утвердился гимн, который должен был как бы перекрыть собой все предыдущие. Слова к нему на музыку Александрова написали Эли Регистан и Михалков, хотя нам известно, что слова эти менялись с течением времени неоднократно. Итак, что гимн дает нации, государству? А быть может, главное то, что нация и государство дает гимну? Ведь бывало так в истории, что создавался гимн, но он не приживался и переставал существовать. Гимн будет жить тогда, когда в нем совпадут стремления всей нации, олицетворяющей собой государство, стремления всех народов и народностей, которые населяют это государство, а также совпадут с ними стремления и чаяния каждого отдельного человека, гражданина. Вот тогда это будет настоящий гимн, за которым будущее. В его основу могла бы лечь мелодия Михаила Ивановича Глинки, хорошо известная и связывающая с собой времена и исторические эпохи.